20 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям. Ивановская область в этом году подготовилась к мероприятию особенно. Правовую помощь в этот день смогут получить дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, их законные представители и лица, желающие стать либо уже ставшие усыновителями. 20 ноября с 14 до 17 часов во всех муниципальных районах Ивановской области будут работать консультационные пункты. В Иванове они будут размещены во Дворце детского и юношеского творчества на Батурина 12/5, детском доме «Ровесник» Лежневская 205 и детском доме «Звездный» по адресу улица Кузнецова 50. Все желающие, которые относятся к вышеуказанной категории лиц, могут прийти в этот день и проконсультироваться со специалистами органов соцзащиты, здравоохранения, образования, адвокатами и нотариусами. Более подробную информацию можно узнать на сайте Управления Минюста России по Ивановской области. 20 же ноября один из работников нашего аппарата будет участвовать в горячей линии, которую проводит Департамент образования Ивановской области. И здесь я хочу напомнить телефон, по которому можно обращаться с вопросами. 32-97-87 – это телефон горячей линии, которую организует Департамент образования Ивановской области.